Совет при УВД состоит из представителей общественных организаций, средств массовой информации и руководителей различных учреждений. К этому заседанию был проведен соцопрос, откуда жители округа получают информацию о деятельности полиции. Получают из телепередач 83%, на втором месте публикация в прессе 62%, на третьем месте сайты интернетовские 30%. Каждый пятый респондент получил информацию о работе полиции в результате личного общения. 20%, радио 14% и изнаружная информация, то есть это стенды, там плакаты, все это вот 9,9%. Преступность среди несовершеннолетних – основной вопрос, который обсудили на заседании совета. По статистике, таких преступлений в Уссурийске становится меньше в общей массе. Но есть и тенденции. Отмечается рост числа преступлений, которые совершаются в группе несовершеннолетними, выросло с 16 до 20, и в состоянии наркотического опьянения, то есть связанных с незаконным оборотом наркотиков, с 6 до 11. На заседании совета его членов познакомились с так называемыми трудными подростками. Как уверяет Магомед Тырчиев, начальник уссурийской полиции, в большинстве своем на совершение преступления детей толкают общество и семья. Поэтому самое главное – улучшать окружение. Теперь каждый член общественного совета возьмет на поруки по одному трудному подростку. Юлия Кузьменко, Игорь Антонов, Телемикс.